Вторая половина июля. В сельских районах области самый пик уборочных работ. Если проводить аналогию с капитальным ремонтом, то для строителей области это тоже самая горячая пора. О том, как проходит капитальный ремонт в сельских районах области и в нашем миллионном городе, мы расскажем сегодня в нашей передаче. Итоги капремонта. Коллективное мнение собственников. Дом лучше стал выглядеть ваш? Лучше, конечно, лучше. Лучше ведь стал, да? Лучше. Ну и все. Все же. Это вам соседи ваши подсказывают? Да. Ну а как же, я спрашиваю, я должна не только я одна. Что дом стал выглядеть лучше, лучше, это коллективное лучше мнение. Лучше, и внутри хорошо все поменяли нам. Капитальный ремонт. Учитываются все интересы жителей. Возраст значения не имеет. Тебе нравится какой дом сейчас? Да, очень. Я прям осветилась. Капитальный ремонт. Основные цели и задачи. Чтобы жители многоквартирных домов почувствовали реальное улучшение своих жилищных условий благодаря реализации региональной программы капремонта. Более подробно об этом через несколько секунд. Смотрите внимательно. Семилукский район был образован в июле 1932 года. Расположен он на северо-западе Воронежской области. Административный центр – город Семилуки. Площадь района более 1500 квадратных километров. В районе имеется 79 населенных пунктов. На их основе сформировано 3 городских и 12 сельских поселений. Таким образом, в городских условиях проживает более половины жителей – 56% населения района. Нормальная жизнь любого района, города или поселка зависит от решения широкого круга социальных и экономических задач. Главная цель нашей политики – последовательное повышение уровня и качества жизни населения. Один из важнейших показателей качества жизни людей – это состояние домов и квартир, в которых эти люди живут. Улучшить условия проживания собственников – это главная задача программы капремонта, которая реализуется в нашей стране уже третий год. На территории Семилукского района расположены 263 многоквартирных дома, и все они включены в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области на 2014-2044 годы. В настоящее время самым активным образом выполняются сезонные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Это ремонт кровель, ремонт систем отопления, ремонт фасадов. То есть те виды работ, которые необходимо выполнить до наступления отопительного сезона и сезона, скажем так, холодов и ливневых дождей. Районный центр Семилуки. Улица Гагарина, 41. Четырехэтажный многоквартирный дом 1964 года постройки. Более полувека эксплуатации и ни одного капитального ремонта. Ну, конечно. Ну, же 60 лет простоял кирпич. Облезлый. Отмостки все разрушены, водостоки все разрушены. Вот такой он был. С годами здание медленно, но верно ветшало. Самостоятельно привести в порядок кровлю, внутридомовые инженерные коммуникации, фасад жители дома не могут. Такие работы им просто не по карману. Да и навыков проведения капремонта у них тоже нет. Раньше были окна рассохшиеся, деревянные. Много было побитых этих глазков, да? Вот. Паутина, небось, была. Паутина. А теперь вот, конечно, нас это устраивает. Вот смотрите, можно проветрить. Вот. И внешний вид как бы нас устраивает. Наши окна преобразились. И дом преобразился. Обновление дома началось благодаря реализации региональной программы капремонта и ежемесячным взносам на капитальный ремонт, которые создали финансовую базу для масштабной модернизации старого жилищного фонда. Вы же деньги платите за капитальный ремонт? Да, конечно. Вы регулярно платите? Да. Вы меня не обманываете? Нет. Нет, не обманываю. У вас очень хитрые глаза. Вы можете мне показать квитанции ваши? Ой, это домой надо идти. Домой надо идти. Ну, они есть. Есть, конечно. И задолженности нет? Нету. Понятно.
вы, значит, с полным правом вы можете претендовать на все блага, которые доставляет капитальный ремонт. Ну, как любой каждый человек. Правильно. Вы уже получили часть этих благ? В частности, вот, насколько я вижу, новый фасад дома. Да, конечно, получили. Капитальный ремонт – дело хорошее. 41-й дом по улице Гагарина включен в краткосрочный план капремонта на 2016-2017 годы. Здесь уже завершен ремонт фасада, финальной стадии работы по капитальному ремонту системы отопления. Ну, можете заходить, смотреть, что уже поставили, конечно. Что поставили, что будут ставить. Пожалуйста. Не удивляйтесь, что тут в рабочем состоянии все. Вот они уже вчера наконец-то пробили на чердак. Вот они уже поставили. Это очень красиво. Ну, конечно, довольна. Наша программа выходит в эфир уже 2 года. Можем сказать, что за это время мы старались максимально объективно отражать ход реализации программы капремонта. И вот результат. «Мой дом» – совместный проект фонда капремонта многоквартирных домов Воронежской области и телеканала «Воронеж» стал победителем 2-го всероссийского конкурса средств массовой информации «Созидание и развитие». В ваших статьях и сюжетах есть та обратная связь, которая необходима нам для дальнейшей работы. Мы благодарим Институты развития и экспертные сообщества, которые поддержали наш конкурс. Но в первую очередь спасибо журналистам за их профессионализм. Все 2 года мы работали по принципу «открытый микрофон», «прозрачность и открытость». Здесь наша позиция и позиция фонда капремонта совпадают полностью. Практически каждое интервью попадает в эфир. У каждого есть право на свое мнение. Медленно, медленно. Медленно работают? Да. Но зато, может быть, качественно делают? Ой, нет. Спешка-то не нужна в этом деле. Как вы считаете? А вы специалист, который... Может... Я сама на стройке работала. Я знаю, что это. То есть вы можете уже судить как специалист. Как специалист, скажите свое мнение. Вот этот фасад медленно хорошо сделан? Фасад-то хорошо, но почему трещины не бывают? Вот что осадок дает. А где здесь трещина? Покажите. А тут были, Тольгаль. Куда делись трещины-то? Ну, сейчас, может быть, и сделали. Сейчас как гляну. Специалист, куда трещины у нас делись? Ну, это сейчас заделали. Молодцы. Все-таки молодцы. Молодцы. Даже человек с вашим критическим взглядом на жизнь, да, вынужден это признать. Да, да, молодцы. Спасибо за оценку. Пожалуйста. В доме номер 41 на выполнение предусмотренных планом работ предусмотрено почти 4,5 миллиона рублей. Дом меняется к лучшему не только внешне, но и внутренне. А это значит, что меняется и настроение жильцов. Ну, как вам сказать по-честному? Сказать, если по-честному, да. Что, только... неужели плохо вы мне нет, скажете? Я не хочу этого сказать, что плохо. Все-таки сделали хорошо. Я благодарна все за все. Вы уже пишете все уже, да? Да, мы уже ой, пишем. Ой, детка моя, милая. Дом лучше стал выглядеть ваш? Лучше, конечно, лучше. Лучше ведь стал, да? Лучше. Лучше. Ну и все, все же. Это вам соседи ваши подсказывают? Да. Ну а как же, я спрашиваю, я должна не только я одна. Что дом стал выглядеть лучше, лучше это коллективное лучше мнение. Лучше, и внутри хорошо все поменяли нам. Все, спасибо, хорошо. Утюг, паяльник, у этого предмета очень много так называемых народных названий. На самом деле, правильное его название – это аппарат для сварки пластиковых труб. Вадим, в чем универсальность этого прибора? Для разных диаметров труб должна быть установлена температура. Он, то есть, имеет регулировку температуры, паяется труба, нагревается, соединяется и спаивается в единое целое. Для этого и нужен капитальный ремонт, чтобы устранить все эти неприятности, чтобы у людей, как говорится, не пропадал комфорт и нормальная жизнь. Семилуки, улица Комсомольская, дом 10. Типичная для районного центра 4-этажка, возраст которой давно уже перевалил за 50. Отсюда и все в буквальном смысле вытекающие коммунальные проблемы. Течи в трубах и кровле, невзрачный фасад с обвешалыми балконами, дышащая на ладан система отопления. Но в этом году у дома началась новая жизнь. Здесь проводятся работы по капитальному ремонту кровли, фасада, холодного водоснабжения, канализации и отопления.
сделать так, чтобы жильцы были довольны нашими работами, и потом, чтобы это не потекло. В качестве работ вы заинтересованы сами, своим кошельком. Обязательно. Если вы сделаете плохо, вам просто не заплатят деньги. Поэтому качество мы и гарантируем. В этом доме на выполнение предусмотренных краткосрочным планом капремонта работ предусмотрено более 8 миллионов рублей. Соединение. Разъем. Стоп. Так, помалый вперед. Соединение. Я вот когда слушал твои команды четкие, мне напомнило это работу хирурга, когда он говорит: ножницы, скальпель, спирт. У тебя работа такая же важная, как у хирурга? Нечто схожее. Для того, чтобы улучшить, во-первых, показатели, будем говорить, КПД повысить. Чье? Тепловой системы. Новые лучше, чем старые. Сегодня в Семилукском районе в краткосрочный план капремонта на 2016-17 годы включены 29 объектов. На капремонт этих многоквартирных домов предусмотрено более 39 миллионов рублей. В результате жилищные условия улучшат 1600 человек. Фонд капитального ремонта, как заказчик работ, ведет систематический контроль за выполнением работ для того, чтобы обеспечивалось и надлежащее качество выполняемых работ, и соблюдались графики производства работ. Работают также специализированные организации, которые осуществляют контроль за соблюдением технологий производства. Районный поселок Латная, улица Заводская. Два дома, 17 и 15, построены с разницей в 3 года. Похожи друг на друга не только внешне, но и проблемами, которые накопились за более чем полувековую эксплуатацию. Изношенные внутридомовые коммуникации, неприглядные фасады. Плохой, обшарпанный, все. Фундамент-то не шукатурен, никогда не был, наверное. Я приехала, ничего не было. Страшный, облезлый, вот такая щель. Ну, отвратительная. Региональная программа капремонта многоквартирных домов позволила жителям этих домов смотреть в будущее с оптимизмом. Дома номер 15 и 17 включены в краткосрочный план капитального ремонта на 2016-17 годы. Для того, чтобы провести капитальный ремонт, для того, чтобы дом был красивый и аккуратный, как на картинке, необходимы подготовительные работы. А работы эти бывают самые разные. В частности, мы сейчас с вами готовим траншею под канализацию. А канализация, как известно, одна из самых важных вещей в многоквартирном доме. Сколько кубометров земли за рабочую смену ты достаешь отсюда? 4 куба, наверное, достаем. То есть ты сейчас, получается, делаешь две вещи, две полезные вещи. Во-первых, ты людям помогаешь, капитальный ремонт проводишь. Ну да, и деньги зарабатываешь. И навык еще приобретаешь. И навык, да. И навык этот ты где будешь использовать? Дома. У себя или у тещи? У себя. В одном здании предусмотрен ремонт систем отопления и электроснабжения. В другом заменят канализацию, систему холодного водоснабжения и электроснабжения. Я живу 30 лет. Вот. Рада я, конечно, что сделали ремонт, покрасили, побелили. Большое спасибо этой бригаде. Но я недовольна за канализацию. То они расковыряются, будет дождик. Надо начать. Но я вам свидетель, что они именно сейчас, вот когда мы с вами разговариваем, они копают канаву. Я там даже копал только что. Да? Да. Хорошо. Уже сейчас оба дома с новыми фасадами, которые радуют глаз. Я когда спросила у строителей, сказали, что будет желтый. Тебе нравится, какой дом сейчас? Да, очень. Я прям осветилась.
Мне он не нравился. Я когда бабушке сказала, какой-то он мрачный. Алиска сказала бабушке. А он мне не нравится. Лучше бы его покрасили в синий цвет. Я говорю, а лучше в желтый. А мне дом нравится, потому что у него козырьки красивые. А знаешь, почему он желтый дом? Потому что у твоего кота желтые глаза. Это специально так сделано. У моего кота такие же глаза, как и мой дом. И мне это очень нравится. На выполнение запланированных в двух домах работ предусмотрено почти 4,5 миллиона рублей. Жители села убедились, взносы на капитальный ремонт работают. Здесь и сейчас. Работают на обновление стареющих домов и улучшение жилищных условий собственников помещений. Красиво, чистый стал, зашукатурили, теперь тепло будет. Угу. А то было дуло, сидишь, в шею дует, теперь только жить и радоваться. Как игрушечка, очень красиво смотрится издалека. Все завидуют. Да, люди прям идут, все глядят, прям радуются все. А вы отсюда переехали. Да. Вы не знали, что здесь будет капитальный ремонт, поэтому и переехали. Да, конечно. Вы жалеете, что уехали? Да, с этого дома? Да. Конечно, жалею. Дом здесь вообще хороший, место хорошее, спокойное. И плюс еще капитальный ремонт. И плюс капитальный ремонт, да. Локти кусаете? Обязательно, прям ужасно. Покажите. Не достану. Воронежская область заняла 5-е место в рейтинге регионов по исполнению программ капремонта многоквартирных домов за первое полугодие нынешнего года. Подготовленным центром ОНФ «Народная экспертиза». Цель этого рейтинга – определить эффективность организации и исполнения региональными органами власти работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах. Это высокое место подтверждает эффективность проведения программы капремонта многоквартирных домов в нашем регионе. Подтверждается это не только специалистами, но и самими жителями, в том числе и теми, кто изначально настроен критически. Вернемся к началу программы и еще раз послушаем мнение уже знакомой нам жительницы многоквартирного дома. Все-таки ваше мнение после нашего с вами разговора изменилось о капитальном ремонте? Изменилось, но все равно. Но все равно плохо. Плохо. Но сделали качественно. Качественно. Молодцы. Все. С вашей логикой трудно спорить, я вам хочу сказать. Да. Я вот думаю, как с вами общается ваш муж. С вами я спорить без... разошлась. Все. Из-за этого. У меня к вам вопросов больше нет. Сегодня в Воронежской области продолжается реализация краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов на 2016-2017 годы. В план включены 553 объекта общей площадью почти 2,5 миллиона квадратных метра. Общая стоимость предусмотренных планом работ составляет 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Выполнение работ по капитальному ремонту кровель, фасадов и внутридомовых инженерных систем позволит улучшить жилищные условия 50 тысяч человек. Все это делается для того, чтобы план капитального ремонта на 2016-2017 годы был выполнен, чтобы жители многоквартирных домов почувствовали реальное улучшение своих жилищных условий благодаря реализации региональной программы капремонта.